Стариченко. Хорошую скорость набирает. Первый захват мимо, второй захват также мимо. И Самир Кирхабаров против своих бывших одноклубников сейчас выступает. Все-таки останавливает прорыв Владислава Стариченко. Гилев. Передача на левый фланг. Если не ошибаюсь, Николай Гилев как раз-таки воспитанник Красного Яра. И попытка от номера первого Николая Гилева. Приземляет он попытку. К концу у нас первый тайм. ВВА Подмосковье с мячом. Сергей Мыся на Ислам Абдулкадирова сам с мячом уходит от захвата, двигается более чем уверенно вперед. В ногах очень хорошо обыгрывает, отличную ручку ставит. И вот так под занавес первого тайма ВВА Подмосковье все-таки выходит вперед. Первые очки в сегодняшней встрече зарабатывает именно ВВА Подмосковье. И автором попытки становится Ислам Абдулкадиров. Кадиров рыбиного клуба «Липецк». Вадим Кротов на точке. Забирает мяч. Сванидзе на коротке. Сам Ираклий. Ой, как убирает всю защитную линию. И может здесь убежать Сванидзе. Казаков. Все силы здесь Александр приложил для того, чтобы достать Ираклия Сванидзе. Ну как же хороший Ираклий. Снова Кротов. Снова Павлов. И поехали. Бобров отправляет мяч на линию. Сванидзе на коротке. Запускает здесь Кобзева. Кобзев на великолепнейшем ходу врывается в зачетку соперника и приземляет там попытку. Выводит он Липецк вперед. Сложно не узнать. Посылает мяч на половину поля Таганева-Рог. Украшает картинку этой трансляции. Таганев-Рог мяч разыгрывает. Сейчас у них есть на одного игрока больше на поле. Марков пытался стянуть двух, но быстрые руки от Таганева-Рога. Это работает, создают они пространство, отличный пресс. Передача доходит до края, здесь нужно решать, и решают судьбу этого эпизода. Друзья, едем дальше. И не то чтобы едем, а бежим сейчас. Что делает Белослуцев? По-моему, это он у нас был под 21 номером. Александр Белослуцев. Как и для «Динамо», это дебютный сезон в большую семерку в премьер-лиге для «Балтийского шторма». «Балтийский шторм» высшей лиги. Там рвал и метал, и очень хороший прошлый год у них удался вышки. Но вот в рамках премьер-лиги впервые «Балтийский шторм» играет. Да, своей команды сохраняет мяч через землю Сухин. Дальше Бабаев. Бабаев не стал подкидывать, рисковать. Пастернак на край. Здесь Сергей Янюшкин пытается убежать от Мысина. И у Янюшкина скорости хватает, несмотря уже на солидный возраст для игрока. Бабаев. Какой выход от Пензы со своей зачетки. Пас. Еще одну передачу можно попробовать отдать. Нет, здесь Бабаев попробует разобраться самостоятельно. И в итоге Пастернак получает пас от Ильи Бабаева и заносит первую попытку в этом матче. Чашечку у сборной Хорватии по футболу. В воздухе хороши сейчас. Рыбист Таганева-Рога. Ну как хорош Богдан Виноградов в подборе. Богдан бежит. Сам же вбросил, сам же поймал и сам же занес попытку. Вот так, на все руки и ноги мастер Богдан Виноградов. Столкнулись друг с другом. Надеемся, что без травм. Сазонов. Сазонов видит то, что есть Гриняев. Но лучше самому пойти Сазонову, конечно, мяч сохранить. Там Гриняев абсолютно один. Сазонов может к нему не успеть. Давыдов рискует. Запускает Людика. Людик вовнутрь. Хорошо стоит на ногах Эдмунд Людик. И уходит от своих преследователей. Людик, еще одна сольная попытка. Ох, Людик как разыгрался в семерку. Там мастер на все руки. Эдмунд Людик.